Танцы, песни, спорт. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием медвежонок все это входило в ежедневное расписание для детей. Лагерь был открыт на базе школы номер 19, что в Медвежьих озерах. Дети занимались кружками, проводились игровые мероприятия, игры на воздухе, были проведены большие мероприятия патриотические. Всего в лагере в 4 отрядах отдыхали 100 ребят от 7 до 13 лет. 15 из них из семей участников СВО. Они принимали участие в праздновании Дня России, отметили День памяти и скорби, веселились в День Нептуна, использовали свои знания в квесте по сказкам Пушкина. В лагере работали 4 кружка – обучение футболу, веселая кисточка, умелые ручки и музыкальная шкатулка. Чем занимались? День Нептуна. Там мы все пришли домой мокрые. Мне понравилось все. Здесь очень классно, тут много развлечений, игр. Мне больше всего запомнилось там, где мы обливались и вместе играли с вожатыми. Обливания были и на закрытии смены. Ребята участвовали в соревнованиях, набирали воду губками для посуды и на перегонки носили ее. Задача была собрать воды больше, чем соперники. Но сначала была разминка. Воспитатели и вожатые тоже принимали участие в соревнованиях. Весь месяц они следили за соблюдением режима для школьников, подготавливали и проводили отрядные мероприятия. Ребята уже успели к ним привязаться. И по нашим лучшим вожатым особенно будем скучать. На церемонии закрытия смены всех воспитателей, вожатых и педагогов наградили благодарственными письмами. Воспитателю Елисеевой Алле Анатольевне. Ребята не хотели прощаться. Сегодня день закрытия лагеря. Мы будем все очень скучать по лагерю. Анна Приенко, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.